Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 7, урок 5. Выполни деление с остатком, используя числовой луч. А. 16 разделить на 3, 17 разделить на 6. Алгоритм деления с остатком использовать при выполнении Б из номера 7. 16 разделить на 3 равно 5. Остаток 1. 17 разделить на 6 равно 2. Остаток 5. Б. 19 разделить на 6 равно 3. Остаток 1. Алгоритм. Первое. Наибольшим кратным делителем шестерки является число 18. 2. Делим 18 на 6. Получаем частное 3. Вычитаем 18 из 19. Получается остаток 1. 21 разделить на 8 равно 2. Остаток 5. Первое. Наибольшим кратным делителем 8 является число 16. Делим 16 на 8. Получается частное 2. Третье. Вычитаем 16 из 21. Получается остаток 5. 34 разделить на 7 равно 4. Остаток 6. Первое. Наибольшим кратным делителя 7 является число 28. Делим 28 на 7. Получается частное 4. Третье. Вычитаем 34 из 28. Получается остаток 6. 75 разделить на 9 равно 8. Остаток 3. Первое. Наибольшим кратным делителя 9 является число 72. Второе. Делим 72 на 9. Получается частное 8. Третье. Вычитаем 75 из 72. Получается остаток 3. Далее комментарии аналогичны. 56 разделить на 6 равно 9. Остаток 2. 48 разделить на 5 равно 9. Остаток 3. 63 делим на 8 равно 7. Остаток 7. 39 разделить на 5 равно 7. Остаток 4. 25 разделить на 2 равно 12. Остаток 1. 82 разделить на 7 равно 11. Остаток 5. Если у вас возникли вопросы или недопонимания, вы можете оставить свои комментарии под видео.